Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим с вами картофельные зразы. Это блюдо представляет собой картофельные котлеты с начинкой. Начинка может быть любая. В этом видео я вам покажу, как приготовить картофельные зразы с грибами. Сегодня я использую консервированные шампиньоны. Такие зразы хороши на обед или ужин. Картофель вымоем, зальем водой и поставим отвариваться. Пока он варится, для начинки репчатый лук измельчим. Мелко нарежем шампиньоны. Добавим к луку. Отправляем нашу начинку обжариваться на сковороде в достаточном количестве масла. Пока лук с грибами жарится, желток отделим от белка. Белок нам понадобится при лепке котлет. Вернемся к сковороде. Добавим соль, перец. Перемешаем. Начинка готова. Картофель сварился. Очистим его и натрем на терке. Добавим соль, перец, специи. Перемешаем. Добавим отделенный желток и целое яйцо. Перемешаем. Добавим ложку муки и вымесим до однородности. Теперь формируем зразы. Руки немного смажем маслом. Выкладываем на ладонь ложку картофельной массы. Разровняем. В центр кладем начинку. И защипляем края. Придаем форму котлеты. Обмакиваем в белке. Обваливаем в сухарях. И выкладываем на блюдо. Обжариваем наши картофельные котлеты на сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Вот какие аппетитные зразы с грибами у нас получились. Подавать к столу их лучше сразу, горячими, с зеленью, сметаной либо любым другим соусом. Приятного аппетита! Спасибо за внимание. Надеюсь, что наше видео было вам полезно. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.